В прошлом году Институт археологии имени Алькея Маргулана и Козыбаев университет заключили договор о сотрудничестве в рамках проекта «Северный Казахстан. От эпохи камня до этнографической современности». Благодаря этому у студентов появилась возможность проходить практику в лаборатории и участвовать в более масштабных раскопках. Сегодня в рамках круглого стола подведены итоги за год работы. Археологические исследования проводили на территориях Северо-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях. Мы исследовали памятники в 7 районах Северо-Казахстанской области. Это Исильские, Шалакынские, Тимирязевские, Мусрепские, Айртауские и Джамбульские и Мамлютские районы. На этой территории были обнаружены ряд новых памятников от эпохи камня до этнографической современности. Для проведения раскопок организовано 11 археологических отрядов. В работе приняли участие представители местных исполнительных органов Института археологии, областного историко-краеведческого музея и студенты Казыбаев Юниверсити. Возможности расширились, и я думаю, вот эти наши совместные работы университета и филиала Института археологии, я думаю, в конце концов дадут очень даже положительные плоды, поскольку, во-первых, расширились финансовые возможности. А это значит, мы не только в рамках практики эти 3 недели, но можем работать и более длительный срок, поэтому можем браться за более объемные объекты. На данный момент обнаружено около 300 новых памятников. Собранный материал ляжет в основу каталога археологических свидетельств Северного Казахстана. Лаура Рагимова, Анатолий Беланок, служба новостей.